Добрый вечер, дорогие друзья, с вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров. Мне сделали замечание, что я, собственно говоря, ничем не отличаюсь от других агентов. Точно так же, несмотря на то, что я предупреждал не подаваться на обучение во время вот этого коронабесия, когда неизвестно, когда откроют границы, я, несмотря на то, что сам же говорил не делать этого, я это делаю. И казалось бы, что все правильно. Совершенно нет. Почему? Объясняю. Первое. Что вы можете потерять? Когда я вам говорил, почему не надо подаваться, я вам объяснял, что если вы подались, получили визу и начали ваше обучение онлайн, это как виртуальный секс. Какой смысл? Вы не можете здесь учиться. Вы не можете здесь работать и зарабатывать деньги. А здесь денег зарабатывается гораздо больше, чем обычно в России, в Украине, Казахстане, где бы вы ни жили у себя дома, может, за исключением Германии, и то не факт. Другие агенты что вам предлагают? Подавайтесь на визу. Начинайте обучение онлайн. И после этого, когда идет потеря больших денег, а вам было сказано, что вы начнете только тогда, когда будут открыты границы. И мы будем вам смещать ваше обучение до того момента, когда границы откроют. И это первая разница. Александр Петров это предусмотрел. И не надо меня сравнивать с вот этими жуликами, которые там из ваших мухосранцев, из Казахстанов и прочих Новых Зеландий вещают. Второе. Что для вас подготовили? 28 плюс тысяч долларов в год, 28, 32, 35 тысяч долларов в год. Вот что вам подготовили. Что вам Александр Петров подготовил? И первый взнос от 14 до 20 тысяч вы должны заплатить. Александр вам Петров подготовил то, что вся ваша учеба будет 6400, и вначале вы заплатите всего лишь 1500 австралийских долларов. Разница ясна? Плюс к тому же, у вас будет enrollment fee, у вас не будет enrollment fee, потому что если что-то пойдет не так, вы все деньги получите обратно. 1500 перечислили, 1500 получили. Я согласен, есть проблема с переводом денег туда-обратно, какие-то будут потери. Но, во-первых, это минимальные потери, во-вторых, на вас никто не наживается, поэтому нет желания, да плевать, что с вами будет. Все равно деньги какие-то заработаем. Нет, здесь уже все по-честному, все чисто. На вашей стороне играет учебное заведение и образовательный агент. И это тоже очень большая разница. То, что отличает то, что я вам предлагаю, то, что предлагают другие агенты. Ни один из агентов вам не предлагает ту систему, которую предлагаю я. Ни один. Не говоря же о том, что цена 125 долларов в неделю. Вы серьезно? Вы у кого-то хоть такую цену видели? Тем более преподаватели-то у нас остались классные. И то муштруем их. Муштруем так, чтобы они понимали, что сейчас есть несколько человек, которые учатся онлайн специально. Им нужно поднимать английский язык. И они должны быть, преподаватели, конкурентоспособны по сравнению с русскоязычными преподавателями. И они конкурентоспособны. У нас где-то получается 320-340, наверное, рублей в час занятий. Так еще на стороне учебного заведения я со своими бесплатными материалами и всесторонней поддержкой. Я время даром не теряю. То это там свистит соловьем из Мухосранска о том, чтобы подаваться, сам никогда не работал, кроме как на очень непрестижных, поверьте мне, работах. А я для вас сейчас готовлю не только
подработку здесь, сейчас. Только откроется, вы приедете, у вас уже будет работа. Хоть прямо с аэропорта езжайте на работу, вам это уже готово. Вам объяснено все до мельчайших подробностей. Я даже не знаю, что вам еще объяснить. У вас работодатели уже все есть в прямой линии. У вас есть люди, которые студенты по тем же программам, которые учатся, на которых вы будете учиться. Вот они, общайтесь с ними. Что вам еще надо? Вам уже объяснили, что как только у вас будет виза, или у кого она есть, пожалуйста, если вы находитесь в Австралии, появитесь в Австралии, есть бесплатное проживание. Самое интересное, всего лишь 3 человека заинтересовалось. Я вообще не понимаю. Потому что все богатые такие. Ребята, вы что, в действительности все богатые? Что вы отказались от того, чтобы полгода жить в своей собственной студии, даже с кухней, не говоря уж о унитазе и что там, душе, да? У вас все есть, все фасилити, супер интернет. И вы прямо в центре города полгода бесплатно. И всего 3 человека заинтересовались. Это говорит о вас, дорогие друзья, что ну, как бы закушались вы. Меня попрекать легко, вы на себя обратитесь. Причем практически все. Я не понимаю, что вам еще надо, но это еще не все. Вы должны понимать, что сейчас вам сделали английский язык, вы можете его подготовить до уровня, когда вам он будет не нужен, если он не нужен. Но самое главное, у вас будет настолько хороший английский язык, что вы здесь найдете работу. Здесь не проблема ее найти. И она уже найдена, надо, чтобы вы удовлетворяли по уровню языка нахождению на этой работе. Вам помогают уже по каждой вашей отдельной специальности советом, который абсолютно бесплатен, даже миграционный агент. Это все идет в рамках одной программы. Ребята, как вы вообще можете меня сравнивать с вот этими всеми? Я просто не понимаю. Вам нужен опыт побыть у них. Это же болезненный опыт будет. Очень болезненный. Ребята, вы серьезно хотите поучиться за 28 тысяч в Лизморе? Are you sure? Вы в действительности хотите туда? Уже работ не будет. Более того, вас и в Лизморе не будет. Вы на год застрянете. Вы 28 тысяч отдадите за обучение вообще онлайн. Вы с кем меня сравниваете, друзья? Так что, дорогие ребята, я, конечно, извиняюсь за столь экспрессивную речь, но я думаю, вам тоже стоит подумать, что вы задаете. Более того, при таком тоне, в котором это задается, блок навсегда. Никакого вашего присутствия в YouTube не будет. Спасибо.